Вы обсуждаете то, что вы делаете с семьей, с Мелани и с дочерью? Да, конечно. И подумайте, не только моя жена актриса, но и моя теща была актрисой, снималась у Альфреда Хичкока. И моя дочь актриса. Ваша дочь уже актриса? Расскажите об этом. Да, и она занимается актерским искусством, правильным способом. Она не хотела, чтобы папа и мама ей помогали. Она скрывает тот факт, что мы ее родители, когда это возможно. Почему? Потому что она знает, что это может сыграть против нее на определенном этапе ее карьеры. Это правда. Давайте я приведу просто небольшой пример, который раскроет ее как личность. Она снималась в независимом кино в Нью-Йорке 3-4 года назад, и продюсеры фильма испытывали финансовые трудности в процессе завершения фильма. Я и Мелани в это время были в Нью-Йорке. Мы встретились, и я предложил продюсерам фильма помочь, восполнить недостающие средства в бюджете, чтобы можно было фильм доснять. Но когда Дакота узнала об этом, она сказала: «Нет, ни в каком случае не делай это». Потому что теперь все будут думать, что я снимаюсь в этом фильме, потому что ты вложил в него деньги. Не делай этого. И она мне не разрешила. Это показывает, насколько она строга к таким вещам. Она очень серьезно, шаг за шагом следует к своей мечте. Играла сначала в небольших проектах, небольшие роли. Сейчас у нее будет возможность сняться в проекте «50 оттенков серого». Экранизация очень популярной трилогии, где она сыграет главную героиню. Это очень спорная книга, но мы уверены, что она прекрасно исполнит свою роль. Мы ее очень поддерживаем в эмоциональном плане, просто как ее родители. Но не в профессиональном плане. Она не позволяет нам помогать ей профессионально. Но это, в принципе, понятно. Это имеет смысл. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».